В каких домах невозможно жить? Представители Народного фронта в Карачаево-Черкесии осмотрели несколько многоэтажек Черкесска, где собственники жаловались на плохую работу обслуживающих организаций. Насколько обоснованы претензии горожан, выяснял наш корреспондент Артур Махце. О том, что чья-то халатность может стать причиной увечий, жительница Черкесска Галина Якубовна теперь знает на собственном опыте. Из-за плохой, как считает женщина, работы специалистов обслуживающей организации, она сломала левую руку. Говорит, еще повезло, что упала не перед спуском в подвал. Последствия были бы куда хуже. Можно ли жить в доме по улице Крайней 33А, где подвал хуже катакомб, а стены, лестница, перила не видели ремонта три десятка лет? Ответ вроде очевиден, но эти люди продолжают здесь обитать. Уже 90-го года мы сколько ходим, ругаемся, просим, умоляем, пишем, и никаких изменений нету. У нас подвал течет постоянно. Вот отсюда вода течет уже. До того дошло, что постоянно каждую неделю, вот до Нового года, да, каждую неделю вызывали. То горячая вода течет внизу в подвал, то холодная вода течет. Там весной уже в подвал заходить невозможно. Переехать в лучшие условия у людей нет никакой возможности, а поддерживать в нормальном состоянии свою многоквартирную двухэтажку они самостоятельно не могут. Да и не хотят уже, так как ранее много лет платили за содержание дома управляющей компании «Первое ЖКУ». Здание разваливалось на глазах, разве что капитальный ремонт кровли был сделан. Видимо, он оказался нужнее всего, но даже к нему обслуживающая организация не имеет никакого отношения. Жители Черкесска решили отказаться от нерадивого, по их мнению, управленца. Но на проведенном городском аукционе дом подобрали, другого слова не подберешь, те же коммунальщики. Мы им дали по распоряжению, потому что они сами не выбрали. Сейчас у них заканчивается срок через месяц. Мы будем выставлять их на аукцион. Но я думаю, на аукцион никто не будет объявляться, потому что многие говорят, что здесь не оплачивают. Им надо самим договариваться с управляющей организацией, выбирать управляющую организацию, оплачивать и после этого получать ремонт текущий. А это построенная в 90-х годах прошлого века 10-этажка по улице Октябрьской, 32, имеет шанс тоже стать аварийной, если обслуживающая ее организация не решит подвальную проблему. Хлюпающая под ногами пахучая жидкость собирается здесь постоянно. Того и гляди, подмоет фундамент. Тогда уже будет поздно принимать экстренные меры. Дня два назад канализацию вырвало и текла канализация несколько дней. Не могли найти по ключи, то ЖКХ, аварийка никак не могла приехать. Менять нужно все. Все трубы бывает, вот где-то в этом углу течет горячая вода частенько. Ремонта подъездов люди тоже не видели десятилетиями, разве что в первом часть работ выполнена. Видимо, чтобы жильцы остальных завидовали. За что платят, горожане не понимают. Другое дело, что и не платить они по закону не имеют права. Как не имеет права управляющая компания не выполнять свои обязательства, даже несмотря на недоимки по платежам. Мы сейчас на последнем этаже. В чем здесь проблема? Вы знаете, когда тает снег или идут сильные дожди, по этой стене прям ручьем течет. Вот сейчас немножко подсохло, потому что давно дождей не было. Здесь висят провода. По технике безопасности так не должно быть. Мы боимся, что будет замыкание. Есть общие положения. Этот дом идет по общим положением. Скорее всего, когда люди создают свое ТСЖ, заключают новые какие-то договорные отношения с управляющей компанией, где можно что-то прописывать, что-то не прописывать, соответственно, там будет по стоимости разница, то в данном случае управляющая компания должна производить ремонт подъездов 3-5 лет. За время, когда я была старшая по дому, они там две трубочки поменяли в подвале и в первом подъезде сделали не капитальный, а этот самый косметический ремонт. Все. А остальные подъезды? Нет. В этот самый канализация течет, к примеру. Вызываем. Пришли, поковыряли немножко, уехали. Уехали в тот же день или на следующий день опять. Постоянное участие, а не формальное присутствие коммунальных служб в жизни людей крайне необходимо. Это еще раз доказал осмотр ряда зданий представителями мэрии Черкесска и Народного фронта в республике. В противном случае фонд аварийного жилья, не исключено, может увеличиться в разы. Артур Мхце, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия.